Это был Боско с баллончиками. Он бы здесь оставил воспоминания о Мариуполе. Мне кажется, мы пришли сюда, мы, в общем, добрались до этого фуникулера. Но просто здесь ничего не работает. Вау, это ж вот фуникулер. Блин, можно же было... Вон, тут куча людей, можно было садить, кататься на фуникулёре. Очень жалко, что не работает. Капец, как обидно. Вот он. Мы бы с Вовчиком... Ой, я бы орала, если бы мы... Вау, глянь, Вова.